Время суток, господа. Сейчас я запишу свой третий ввод по игре во втором данном лобби. И посмотрим, что из этого получится. В качестве предыстории я расскажу то, что первое время, когда я начал играть, у меня был плохой результат. Порядка 2-2-1-7. Я очень много проиграл, 7 игр. Но затем мне повезло, я много выправил. У меня теперь сейчас хорошая статистика. Ну, средняя, конечно, 2.50. Но все-таки это для меня прогресс, потому что у меня было среднее 3.10 за 15 игр. Поэтому я сейчас на позитиве. Все должно получиться. Пожалуй, я начну игру. Козырная фишка этого видео должна стоять в том, что я не буду говорить всякую ересь. Стараюсь без глупых шуток. Максимум маджонка, максимум аналитики возможной. Посмотрим, во что это превратится. Два пятых и один седьмой дан. Нормальный состав стола, хорошее начало можно быть. Хороший должен быть маджонг. В руке опять три пары, я все время это обращаю внимание, потому что это важно, это еще один возможный вариант развития руки. Важно контролировать это, думать о том, какие формы в руке, иначе можно потерять ту же эту самую простейшую возможность собрать читой. Скидываю бесполезные тайлы, они мне особо пригодятся. Тут все-таки еще есть центральные тайлы, хорошей формы из них. Можно собрать танпин или обычный таньяо. Но пока небольшая загвоздка, я не знаю, что делать мне с этой дорой. Если моя рука перейдет, скажем, к шантену, я, возможно, от нее избавлюсь. Посмотрим, возьмет ли ее игрок справа в пон. Вполне возможно, у нее пара будет. Это еще не шантен, но уже близко. И тут приходится либо выбирать скидывать дору, или какой-нибудь другой приятный другой тайл. Но нет, я, пожалуй, все-таки я сброшу девяточку. Если уже жертвовать дорой, то тогда уж давайте попробуем собрать танпин, нежели какую-то ересь, похожую на протопинфу. Игрок справа скидывает дору. Это хороший момент, чтобы скинуть даже мне сейчас дору. И шантен на таньяо, там танпин возможный. Или рян шантена читой, мне проще собрать, как я хотел сказать, таньяо обычная. Предлагает скинуть четверку ман. Что же мне с ней делать? Я, пожалуй, ее скину, потому что здесь остается и шантен с заходом семерки ман, восьмерки ман. Пожалуй, это еще хорошие тайлы. Четверка здесь не ускоряет руку, пожалуй, никак. Поэтому так лучше я сыграю. Нет, там есть выбор скинуть восьмерку ман или четверку пин, но это не мои варианты. Не хочу так делать. А вижу 4 восьмерки ман, скидывает ли девятку ман, да я, пожалуй, скину, но не сейчас, потому что она, по крайней мере, шанпай, я скину ее в следующем ходу, сейчас вот, возможно, попозже чуть-чуть, потому что она все еще опасна, нет, уже нет, я проморгал этот момент, но теперь она зато более безопасна. Так, оставлю чуна, на него тяжелее всего ждать пока, один всего остался, кроме него. Так, это брать мы не будем. О, темпай. Танпин. Либо танпин и пейка. Есть вариант домотенить, но я не хочу. Тут надо жарить. Это первая раздача. Еще был момент ждать пятерку ману, но по чужим речи мне это не особо нравится. Поэтому я тупо пойду в бой. Посмотрим, кому сейчас повезет. Мне или моему противнику. Скинуто две восьмерочки слева, справа может быть восьмерочки. Все это немного печально. Да, у меня возможно всего в синей один или два аута. Но с тех пор, пока у противника тоже мало аутов, меньше, скорее всего, то мы более-менее одинаковых ситуациях. Поэтому тут скорее как повезет. Не заходит ни пятерка ман, саншку я есть не потерял. Возможно. Игрок слева, игрок защищается. Вот игрок справа кидает пятерку ман. Она, по идее, проходит против Тэмна, но не против меня. Тэмн берет сумму, а двойка соу. Так.
Ну, нет, у меня было чуть побольше аутов, я даже мог бы накинуть. Он берется манган, и это плохой знак. Знак того, что первое место мне будет чуть тяжелее теперь занять в текущий момент. Хотя, как там будет заходить? Не стоит расстраиваться моему текущему месту, четвертому. Это все всего лишь начало. Оно ни о чем не говорит. Девятка пин. Не особо нужно здесь тайл, но по идее он как-то еще меня ускоряет. Так, раз в году плохо стреляет. Девятка мам бесполезна. Посмотрим, что будет дальше. Тут лучше сохранить единичку. Она вот меня ускоряет на самом деле. Там двойка пин хорошим тайлом может быть. Тоже время как семерка заставляла меня бы закреплять какую-то пару. Не то чтобы заставляла бы, но мне было бы неудобнее играть. Не очень хорошо рука складывается, не собирается. Я нахожу то, что единица тройка ман такая уже в будущем будет безопасна. И все же надо что-то выбрать на скидывание. Я скину, пожалуй, одну из пар. Она если мне не понадобится. Не хочу терять скорость в манах, в пинах особенно тоже. Пятерка сом мне не особо понадобится. Тут можно реально. Ага. Трололо. Теперь получается, что я зря скинул. Получается, что я зря скинул пятерку со. Тут было бы чуть быстрее выходило бы. Ну, так бывает. Ничего страшного. Так, рука быстрее собирается. И теперь у нас самое большое бы неприятности было бы вытащить какой-нибудь тайл в темпай, чтобы у меня в темпай был на 5-8 соул. Для меня был бы хорошим вариантом сейчас вытащить, конечно же, что-нибудь типа 5-8 соул и заломить на двойку. Ну или так. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут есть несколько вариантов. И даже вот такой вариант. Это клеющийся темпайк, пятерки соу, пятерки пин и к восьмерке соу. Посмотрим, может он вылится. Здесь можно забрать саншику. Из спона я кидал сам, знал, что здесь надо так сыграть. Посмотрим, что мне дает темпай. Конечно, хотелось, чтобы мне зашла какая-нибудь четверочка соу, три расстановка всегда в моде. Так, справа скинул три дора, я чувствую его боль, он седьмой дан, он непримерно горит. Ох ты, какой хороший темпай. Прям как фуритен. Он мне не пригодится. Так, ничего не заходит из адекватного. Сохранять темпай 5-5-8-8 пин, ну, я не буду, ну, наверное, понимать почему, если вы хотя бы когда-то играли в маджонг японский. Ну где же мой темпайчик, да? Если мне сейчас не зайдет следующий ход, я уже даже не знаю, может уже пора открываться слева в темпай. Не, не пришлось. И вот он мой темпай. Пинфу Саншику Дора на семерке пин. Семерка пин проходил пару ходов назад, вот их две, может быть еще кто-то скидит одну. Никто не скидывает. Я домотеню, здесь нет смысла какие-то речи, если в одну сторону в более безопасную сторону семерки здесь манган. Семерку чаще накинут. А Цума Пинфайтей. Цума Пинфайтей Саншику Дора вообще идеально. Так, семерочка. Четверка здесь, семерка здесь, шестерка. Только игрок справа адекватно может дать на эту семерку. Но на нее не ждет. Это хорошо. Слева тоже 4-7 пин. Хитрый парень. Открылся без яку. А то я ему ждал на 5-8 пин. Как вовремя все прокинул. Мне с этим вопросом везет, да. Так, новая раздача. И надо что-то скинуть. Странная рука, не люблю собирать чанту, но, по-моему, это она. Я буду играть гиппо, я попробую собрать здесь либо чанту, либо хоницу. Хотя я в одном моменте очень сильно сейчас могу ошибаться, потому что если мне сейчас скинуть зеленого,
то я теряю по скорости. Но это как пойдет. В принципе, Чанта и Кухай Тридора тоже можно собрать. Но опять-таки, и Кухай Тридора лучше собирать в скорость. Это все идти, не думать о том, что мне его скинут. Тут все-таки надо быстро-быстро-быстро чисти-чисти-чисти. Было бы хорошо получить какую-нибудь пару еще сюда, вот так вот, или девяточку. Не то. Ну, по крайней мере, можно еще оставить. Все-таки вариант, что мне скинуть зеленую, все еще когда-то остается. Мне шестерка не нужна. Игрок справа открылся на Икухай. Не знаю, есть у него там доры. Может быть, только скорее Акадоры. Примерно его стоимость, скорее всего, небольшая его руки, потому что пара драконов, пара дор у меня. Так, ну здесь уже какая-то пессимистичная нотка пошла. Не хочу собирать обычную руку, то есть не хочу слишком сильно зависеть от этих дор. Хочешь собрать Чанту. Но заходит как-то не, даже в края не собираются по-адекватному. Не, это мне не нужно, к сожалению. Это тоже мне не нужно. Теряю возможность собрать Ицу, но я уже открыл 1, 2, 3 пин. Нет, был еще вариант убить пол восьмерок, собрать нижнюю Саншику, но это как-то, ну извините меня, заранее хитро выебано. Тут одна единица осталась, она может не зайти. Зеленого все еще не кидают. Это признак второго данного лобби. Надо уважать эту игру. Игрок справа уже так подкрал, что он может и Дора в танке ждать. Здесь такое зачастую прокатывает, когда им приходит Дора. Но пока что я кидаю все опаснейшие тайлы направо, не боюсь. Потому что у самого есть какая-то стоимость в руке. Так. Я лучше скину двойку соу. Мне никогда не пригодится двойка соу в Чанту, потому что все петухи на не улетели. Та-та-та. Сыграем вот так. Тройка ман в руке уже будет более-менее бесполезным. Это фуритен за четверок. Единица ман такси. Не хочу ее получать. Надо было уже открыться хотя бы на темпай. Но, к сожалению, я потерял возможность взять. Ну, то есть восьмерка пин всего одна осталась. Этого недостаточно. Так, ничего не делает. Буду открываться на всем, что предложат. Кроме, конечно же, 1, 2, 3 ман. Мне нужно уже входить в темпай. Тут борьба. Да не хочу я это брать. Он мне два раза предлагает. Настырный малый. Зеленый так никто не кинул. Несмотря на то, что у меня два зеленых сарафдачи. Вот, темпай. А прет ли восьмерка, хер знает. Надо рисковать. Так, ну кинь семерочку ман, да? Скинь же. И... Ну, вот, как я и говорил, танки на зеленого, все это читается. Потому что ему нужно было выбирать, кидать зеленого или ждать на него когда-нибудь там, как перестраиваться. И этот игрок смог перестроиться. Честь и хвала. Скинул свой ветеран, потому что он здесь не особо здесь нужен. Хотя здесь, конечно же, можно сказать, что здесь будет читой. Но как-то здесь слишком похоже на эпейку. Хотя если будет заходить читой, это, конечно же, будет слив, то, что я скинул юг. Он, может быть, потом не пригодится в ожидании на читой. Ну, надо дать руке еще другую возможность. Еще пока не 100% это читой.
И 100% нормальная рука. Поэтому пока что я не палю то, что у меня читой, своими первыми дискардами. Зачастую отличительная, блин, это отличительный признак того, что чокер собирает читой, это странный сброс в начале раздачи. Такие центральные тайлы, которые совершенно непонятно, как оказались в дискарде. По дискарду очень много можно прочесть, особенно если он информативный, если вы можете посмотреть все дискарды. Ох, ну это уже дерьмо. Все, пары. Было бы хорошо получить какую-нибудь девяточку соу в темпай, чтобы мне был читой тридоры. И как-нибудь потом заломить по-хитрому, чтобы никто не прочел. Допустим, пятерочкой на восьмерку вообще идеально. Мне в такое в то и ста накидывают. Ара, мальчик мой, не туда. Ты не там воюешь. Ну, давай-ка соу сейчас был бы неплохим тайлом, конечно, стоит заметить. Нет, брать не будем. О, КБ шестерок пин. Возможно, мне чаще будет накидывать восьмерку пина, если я скину речь шестеркой. Потому что восьмерка будет уже там, ну, плохо сидеть в руке. Какой-нибудь неопытный Акаги мне ее скинет. Шестеркой заламываю на девятку, но это, конечно, малоэффективно. У меня дискард предполагает уже какую-то хоницу. И я бы даже не знаю. Даже не знаю, тут реально на хоницу похоже. Как будто бы я собирал нормальную руку, потом передумал и решил собирать эту самую хоницу или минчин, там, что угодно. Потому что такие дискарды интересные у меня порой. Так, он кинул Дору, вот пес. Так, ну ладно. Нужно получить пятерку пин, потом скинуть Дору незаметно, и чтобы мне восьмерку пин накинули. Вообще идеальный план. Но нет. Так, она пролетает. Не востокадский. Пятерка пин проходит. Теперь мне нужно быстро получить хоть что-нибудь в темпа и ждать на восьмерку. Пока они еще есть. Пока они еще есть в этой игре. Мама, где они? Ну все, к черту этого Кадору. Так, справа взял Цума. Хороший игрок. Ну какой хороший игрок. Сильная игра сегодня у нас. Это седьмой дан, это не хухры-мухры, он. Если надо будет, он откусит полуруки. Что ж, я пока что ничем не отличился от обычного игрока замены, который сидит и скидывает тайлы. Но мне уже хочется начать собирать руки. Между прочим, я пришел сюда с целью побеждать, и мне не нужно сидеть просто так. Нужно пятерку, восьмерку, пятерку мам получить какую-нибудь. Тогда у меня будет хороший рянман с видной возможности пика. И хорошая многосторонка, пятисторонка, 1, 4, 7, 2, 5 пин. Но пока мне не заходит. При заходе двойки соу, конечно же, я скину только двойку пин, я не буду ничего там хитрого рич кидать. Оно того не стоит, хоть я и дилер. Нужно иметь какое-то соображение стоимости в этой руке, потому что она достойна ее. Ну, вот, достаточно хороший тайл. Теперь при заходе, как я клал пятисторонки, у меня будет темпай или 5-8 ман. А, что это за тайл вообще? Черт, мне только тройка, по-моему, не давала темпая в пинах, ну, из нижних. И она зашла. Итак, у меня походу темпай, надо какая-то речь. Это тройка пин или шестерка? Нет, да, нет, тройка можно. А, ну, она проходила, надо рисковать, все равно кидать. Пытаться собрать руку. Тут есть возможная стоимость. Посмотрим, что мне за эту выпадцу. Там основная стоимость формируется, если я беру выпадцу. Он кидает опасный тайл. У меня 3-8 в дискарде, он кидает опаснейший тайл. Я не знаю, о чем он думает. Ну ладно, неважно. Так, ну, ничего не изменилось. Выпадца прошла мимо. Может быть, пролетела. Цума, Ричи Цуму Таньяо.
достаточно дешево для простого для речицума дилерского. Да, я получаю каких-то драные 6 тысяч. Ну, черт с ним. Я пошел вперед в атаку. Ой, мне заходит конфетка. Вообще хорошая рука. Я бы ее съел. Так. Много рядманов. Сейчас нужно еще парочку найти какую-нибудь. Все будет хорошо. О, это уже и шантен. Прекрасно, прекрасно. Мне очень сильно везет. Но мне нужно сейчас сыграть сильно. Чувствую, мне понадобится сильный ход. Потому что вряд ли мне зайдет в темпай какая-нибудь там тройка пин. Этого недостаточно. Тройка пин, четверка ман. Вообще редко заходит в темпай так. Да, я знал, детка. Итак, мне нужно сыграть сильно. Как это сыграть? Думаю, шестерочкой. Почему шестерочка? Потому что мне может зайти 2-4 пин. Это будет возможность собрать Саншику. Мне может зайти 2-5-8 ман. Это будет возможность трехсторонки. И может зайти ламповый север. Так, ламповый север. Сколько ты ламповый? Игрок справа собирает конницу на манах, поэтому у него там может быть это задержаться. И кажется, все-таки это все бездарно кидать на это речи. Они это не скинут, они будут это держать до конца второй третьей полоски. Здесь нужно сделать вот, здесь нужно сделать на ставку на ожидание, а не на говновейт. Так что, думаю, такой речи адекватно пойдет. Правда, опять-таки, куча аутов, скорее всего, слева лежит. Но надо пытаться. Все-таки это трехсторонка, это не хухры-мухры. Игрок слева не скинет. Ему надо собирать руку. Вот он, ламповый север, который там лежал. Возможно, там еще у него есть парочка таких. Чем черт не шутит, ему он, возможно, не хочет рисковать. Он кидает пока. Более-менее безопасный тогда, хотя двойка. Двойку за тремя тройками. Хотя тройка Ричи кидал, кто знает, на что я могу ждать. Так, что сейчас делает игрок слева? Петух. Не, ну петух это уже оптимизм. А то он думает, что я меня не мог ждать на 1-4, глупость какая-то. Мне кажется, он сейчас уже рискует. Он готов поражать. Да, девятка тоже все еще по октаве. Он уже кидает маны из своей руки. Неужели он настолько сильный игрок? Что-нибудь там может быть в руке лежать? Самое сильное, по-моему, чиницу. Что-то я больше бы ему не сказал. Что может быть. Ой-ой-ой, хороший тайл. Я утеряю. Доктор, мы утеряем. Мини накидывают. Опять-таки Фтородан, мы его помним. Это не данное какое-нибудь там лобби, где играют рачки, клац-клац. Шестерка ман. Все, он либо уже готов побеждать, либо уже ушел в тяжелейшую защиту. Пока что единственный опасный тайл это петух. И то есть единица соус слева скинута. Ого, и справа. Справа тоже нападает. Это нападение. Сумо. Наконец-то вышел Сумо. Сейчас уже под конец становилось очень опасно. Они уже. Игрок справа уже показывает свою агрессию. То, что он не хочет защищаться против меня, а готов собрать свою руку. Слева игрок показывал, что он не уходит от своей руки. Поэтому здесь уже достаточно такая ситуация была опасная даже для меня. Но все прошло более-менее гладко. И это хороший знак. Хороший знак к тому, что это может быть победа. Здесь не было особой такой уличной удачи у меня. Все пока справилось само по себе. А, не хочу скидывать восток пока что. Не знаю почему. Хочется, скорее всего, пару получить. Это же все-таки двойной Викухай мне будет. С ним дороже руки. Но сейчас я от него, скорее всего, избавлюсь. Хотя тут его еще, можно сказать, восьмерку пин. Но восьмерка пин за тремя семерками. Да, возможно, сейчас лучше было кидать восьмерку пин. Пока ее подержу. Не то, чтобы она какое-то мне улучшение здесь давала. Мне нужно улучшить эти две пары, тройки маны и восьмерки.
Так, теперь я скину это. Двое команд может прийти, она ускорит меня. И одновременно у меня избавится, я избавлюсь от лишней пары. Хотя, может быть, избавиться вместо этой пары двойка пин. Двойка пин не нужна. Двойка пин не нужна, тян не нужны. Открыться на Таньяо пока не хочу, рановато. Я не играю как... не собираю быстрые руки. Да. Так. Я все еще не собираю быстрые руки. Ага, игрок справа так не думает. Пинфу раз, два, три, пинфу три доры собрал, Доматен. И сбрасывал двойку соло, даже давал ему Саншику. Я понял. Там же при сбросе Акадора теряется и пинфу, и вместе с этим теряется еще и этот самый Дора, это пятерочка соута, а? То есть там все оптимально. Ну да, такие игроки. Наличие у игрока 6 или 7 дан, конечно, наличие у него такого дана высокого заставляет его хотя бы как-то уважать его навык, потому что он долго играет, старается, побеждает, не кладет хуй на эту всю, не кладет, ну короче, вы поняли, не кладет на эту игру. Никнейм у него такой, как будто бы он Хасси. Не знаю, с какой он стороны. Так, возможности. Я вот тут скину четверку. Это, конечно, темпай, но он галименький, надо его улучшить. Желательно... Ах. Желательно вытащить какой-нибудь ман. Тайм-мастер ман, чтобы там перестроиться. Скажем, какую-нибудь там четверочку. Ух ты. Чипон, Кан, отмена, Рон. Сколько вариантов? Я выберу этот. Не знаю, может быть, я ошибся. Если бы я взял бы Понт, снес 9 очки сол. Не, фигня все было бы. Да, надо было Рон брать. Так. Первый юг. И что мне собирать здесь? Ламповый север, я его сохраню. Да я вот это скину. А хорошая тема сбрасывать из таких форм, вот так, из этих рядманов, такую так, как типа двойки. Почему? Сейчас объясню. Если вы соберете темпай и кинете речи, и будешь взять 1-4 пин, то эта двойка пин сводит с ума всех противников. Они не знают, насколько пафна единица. По логике, если вы встретили двойку, то возле нее, то есть в начале игры, то возле нее там, скорее всего, мало тайлов, там все такое. Но на самом деле она пафна как, ну, как черт знает что. Так. Плохо у меня с этим, с этой дырочкой. Нужно класть. Нужно ловить семерку. Нет, эта двойка мне не нужна. Опять не маскировка, тут единица пин может пролететь, если я буду на нее ждать. Но вот нужно сюда улучшение вытащить. Желательно семерка, здесь можно собрать чанту ведь. Так, я пойду таким путем. 2-3 единицы ман вышло. Не особо хороший знак. Я все еще маскирую свой вейт. По-моему, это уже излишек. А, семерки же доры, блин. Игрок справа знает толк в дорах. Нужно быстрее брать белого дракона. Чем быстрее возьму белого дракона, тем быстрее я смогу собрать руку. Я сейчас... Черт, я сильно протупил. Мне нужно быстрее открываться. Потому что игрок справа собирает подсунуть свою руку, и он уже будет меня догонять. Поэтому к черту все эти ситуэйшены. Так.
Ну, конечно, кино Рича Кадорова не может дать на шестерку мана, естественно. Так, двойка соло по октаве проходит, направо проходит. А, где единица соло, тройки соло нету. Ну, кин двойку, ладно. Справа что, то и затеял. Да у него вроде немного центральных тайлов сброшено. Нет, а тайл брать нельзя. А теперь вопрос в этом тайле. Ну, почему не есть последняя семерка? Блять, последняя семерка есть. И еще восьмерка, которую я скинул. Вау. Рич пинфу. Вау. Можно было кидать севера, но это как-то все не торт. Мне так и оказалось последняя Дора, и целый манган я накинул. Неприятно. Честно, достаточно неприятно. Я вышел в темпай, причем получил не в пины форму, а в маны, где все единицы были скинуты. И все это достаточно сильно по мне ударило. Теперь я даже не знаю, надо отыгрываться как-то. Ох, конечно, ошибочный сброс, надо выкидать севера. Но вот в этом стоит игра, никогда не знаешь, что лучше. Тут я хочу собрать рям, тут нормальный рям на Дору. Может быть, когда-нибудь здесь будет Хуницу. Но вообще это просто два кухая Хуницу, немного так дешево. Ну, надо брать. Надо брать, иначе кто-нибудь возьмет другой. Как бы теперь подороже. Надо вытащить либо белого, ну это вообще ересь. Нужно две Доры строить, но тяжело. Да, по ходу дела максимальная стоимость манган. Хотят собрать еще какой-нибудь Чанту, Дора, еще единицы пин. Ну, это какой-то космос, ребята. И в это верить нужно курить много. Нет, пожалуй, не получится. Вот хороший сброс. Давай кое-хоницу. 4. 30. Ну, можете открыть пон на северах и ждать на белого прокатит. Или перестроиться на 1-4 пин, там прокатит что-нибудь типа Ханимана. Можно, да, попробовать. Но нет, это расправа так не думает. Он думает о ёкнул бабай. Он думает о мангане. И вот. Слева 2300. И с этим надо считаться. Хотя я стал ближе к лидеру. Это всего-то надо собрать. 7700, 5200. Ну к черту эти 5200, я лучше понаоткрываюсь. Или вот хороший вариант. Слева кинули Ричи. Если он соберет, то все хорошо. Помочь ему, думаю, стоит. Что он не взял. Я ему, блин, честь оказал, и выплатил, ветер кинул. Эх, это поколение. Поколение проебщиков. Ну, он та, я беру руку. Только что мне делать с этим тайлом, как вы думаете? По октаве. Хороший тайл, но я кину этот. По полу октавы проходит, обычно ричи, когда обычно противники кидают ричи такими обычными тайлами, кривыми, они не ждут на другую октаву, по крайней мере, это я так думаю, это моя теория, собственно. Две штуки прошло, ими не фолдить, восьмерка, возможно, опасно. Надо рисковать, все равно я, ну что у нас разница 29 тысяч. Мне надо рисковать, иначе я не догоню. У нас разные ситуации с противниками. У нас они боятся накинуть ему, потому что они упадут, а я должен собирать руку, потому что я сейчас соберу, там под сумму, выйду на первое место и добью игрока слева. В этом вся разница. Тут у меня скорее возможность быть агрессивным у меня здесь, чем у других игроков. Хотя тут есть и вторая сторона этой медали. Игрок слева развивает скорость.
и может меня легко согнать с моего уютного третьего места. И даже не нальет мне чаю. Хороший заход. Мне кажется, здесь я теряю инициативу. Пора бы уже отсюда свалить. Будет сейчас скоро чашу тела 4-5 получу. В трюме дискарда. Если там много центральных тайлов, мне кажется, мне покажут, что там до матена, и я уйду в защиту, даже не буду стараться собирать. Нужно ли сейчас посмотреть, дают ли мне нормальные тайлы или нет. Чё, ненормальный тайл? Я начну, пожалуй, вот так делать. Не хочу кидать чун, чтобы кто-нибудь просто взял, открылся и собрал быструю руку. Мне это не особо нужно. Вообще есть очень интересная теория одна. Как распознавать, есть ли у кого-нибудь там закрытый этот самый, ну, есть ли у кого-нибудь там на Якухай, есть там у него какой-нибудь Якухай или нету. Но об этом как-нибудь я потом расскажу. Боюсь, это читой. Рука потеряна. Доктор уже ее не вылечит. Чун справа пролетает. Что ж, оптимистичная Чи. Она мне скоро не пригодится. 6 пин. Не хочу кидать. Кину 6 сол. Дора просто так. Шараш. Восток был хорошим тайлом для читоя, а вот уже нет. А, Диля берет просто сумма. Сумма пинфу 3. О боже. А вот тут начинаются проблемы. Well, well, well. Ой-ой-ой, я упал на четвертое место, хотя мы все упали вниз вообще глубоко. По самую сраку, можно сказать, извините за выражение. Но надо бы все сейчас уже активизировать, собрать руку. Мне казалось, я недосягаем был наверху. На самом деле не так все. Хорошо. Один рон накинул, все, в подвал упал. Так, хороший тайл, нужно играть по скорости. Уже не нужны никакие понты, никакие там особые руки. Здесь нужна скорость, поэтому сейчас игра по скорости слишком очевидная. Так, кто им берет сумму читой? Окей, тут я бессилен. И, скорее всего, исход этой руки игры будет зависеть сейчас от того, что мне зайдет. Зашел так, полутрешечок. Из него немного сваришь. Хотя все зависит от того, какой я повар. Повар спрашивает повара. Well, well, well. Так, начинает заходить. Скину-ка я юг. Скинул-ка я юг. Там была такая задержка, что там кого-то трое хотели взять пон, и все таки держались, брать или не брать. Начинает доходить, не знаю, нужен ли здесь мехоницу. Но скажу точно, запад я пропускать не хочу. Потом он кидает рищи с таким дискардом. Дорвы пацу, я тоже, пожалуй, так сделаю. Я тоже умею так делать. Пон я возьму, скину я двое посол.
Мне нужно рисковать, мне уже не важно, что там кто речь кинул. Иначе я сольюсь вообще. Но что нету чуна, меня немного расстраивает. Совсем немного. Хотя, возможно, сейчас зайдет зеленый, я скину 4-5 пин. Не то чтобы они сильно безопасны напротив. Ну какой у меня был выбор здесь? Тройка СО опасно. Я уже много когда проверил опавнейших, проверю еще эту. Что ж, мне везет. У меня быстрый ричи, конечно, может быть там и выйдет в дырку. Настоящим подарком было бы здесь получить чуна сейчас. И чтобы зеленый прошел. Ох же ты оптимизм. Ну давай. Если бы я съел уже на западе, это была бы хорошая рука. Сейчас вернется зеленый, это просто ужасно. Ну вообще получить какой-нибудь там. Ну давай. Хорошая игра. Well, это опасно. Это какие-то киберопасно. Это опаснее, чем все, что может быть на этом свете, да? Проверим. А нет. Не сегодня. Где мой чун? Я его заслужил уже 3 раза. Это не чун. Что, по ходу дела, игрок слева и игрок справа защищаются на хорошем уровне. И правильно делают. Ну вот он, ю, которым пропустил, я ему накинул. Ого! Это просто ричи. Ричиура. Плохо. Теперь мне нужно собрать подороже руку. И вот хорошо, что она мне зашла. Это мой шанс отыграться. Здесь. В принципе. Не, ну в принципе я достоин здесь 4-го места. Я совершил ошибку. Я накинул на то ему в мангал, хотя там. И с Урадорой, и пон семерок лежал справа, и восьмерки я видел кучу. Не свезло, но кого это здесь волнует, я ошибся, я потерял очки. Здесь жесткая игра, здесь не прощают ошибки. Я вот здесь достаточно давно играю и знаю, что тут требуется высшая игра. Ну, точнее, хорошая игра достаточно. Не то, что, скажем, в некоторых клубах. Так, здесь мне нужна скорость, только скорость. Меня не волнует ничего другое. Но все-таки на Акадора пятерку мана надо сохранить. Я соберу руку вместе с ней. Но как мне ее сюда вставить, это, конечно, хороший вопрос. Ничего не заходит. Но если дилер соберет 1500, это будет тоже хорошим исходом. Или сейчас соберет 2. Или он соберет 3900. Так, вот коннектор к Доре. Теперь у меня, ну, очень оптимистичный план. Мне кинуть сюда, сюда, я скину это, мне накинут это, но это вообще ужас, как оптимистично. А улучшать эти формы, ну да, было бы неплохо, допустим, вот так вот. Хотя, лучше я кинул бы север. Так, я просто теряю форму на тройку ожидания. Что-то у меня нет в нее веры. Эту тройку. Так, хороший тайл. Теперь, если получить восьмерку соло, у меня будет 5 дор. Под сумму это вообще первое место. Но это все оптимизм. Не думайте в таком ключе. Вау. Теперь это шантен. И у меня появляются какие-то шансы. Йоклан баба, это ж темпай. Темпай на Таньяо раз, два, три, четыре доры. Если получить под сумму Акадору, это вообще космос будет. Я взлечу вверх. Это не она. Два хороших взятия, третьего не надо, да. Ну, это нормальная игра. Нормальный заход. Мне очень сейчас повезло. И так старт рука была хорошая. Сейчас еще лучше.
Правда, то, что игроки скинули двойки, восьмерки пин, показывает, что у них, если там есть цвет в пинах, то центральный. А центральный он включает в себя пятерку пин. Тупо, что я перестроился. Вживую можно было так не перестраиваться, потому что это палево. А палево чё? Ну, видно все, что я меняю руку. Четверку — это улучшение, как улучшение других форм. Скорее всего, да, это 4-6, 6-7. Вот, блин, справа цум берет. Слева, точнее. Ох, дешевая цума. Не повезло. Четвертое место, да. Пора моей удачи было закончиться. Что было в этом ханчане? Что здесь было? Что здесь было 6, было 12 сумма. И накинул я в 12. Ну да, это была дилерская рука. В принципе, здесь я... Не, собрал я 18, я собрал 20 тысяч ровно, накинул в 12. Это как бы плюс 8 тысяч, у меня должен быть профит. Но так как здесь игроки собирали сумма 12, сумма 12, сумма 12, так же как и я, то меня скатило вниз. Справа темпа на пятерку со, напротив и шантен. Слева темпа на четверку. О нет. Нет, пятерка пин лежит здесь. Это было цума, манган и мое второе место. Не зашло. Не зашло. Не, грусть-то какая, а появилась здесь. А ты мой домотает на 3-6 пин. Неплохо. В итоге вы видите все темпаи. Кто-то с нормальным вейтом, кто-то нет. И с плохим вейтом взял цума. Четверка ман, две четверки напротив, одна четверка справа, но это, ну вы поняли, короче, не пошло. Так, это было четвертое место, меня откатило назад, я потерял рейд, сколько потерял рейд, а интересно, это четвертое место. Я потерял... Я потерял 16 рейта, но это немного, у меня уже большая дистанция, я очень долго доходил до четвертого дана. Не знаю, почему так получилось. И второй ханчан, я сказал, что буду играть два ханчана. Пора. О, слева четвертый дан, 2050 рейта. Это, скажем так, необычайно много. Это как будто бы игрок только создал аккаунт, зашел и уже всех покоряет. На своем большом драконе. Так, вот уже и Шантен. Но он ничего не меняет. Мне он такой не нужен. Мне это не устраивает. Так. Нет, не буду я это вставлять. У меня уже есть четверка ман. Хотя кто-нибудь на моем месте сыграл бы по-другому, скинул бы 1-3 пин. Но это достаточно так редко играют. Все-таки Шантен лучше оставить. 1-3 и 7-9 можно улучшить. Не говоря о том, чтобы получить темпай. Скидываю двойку отсюда, потому что получить здесь 3-4-5 при заходе пятерки проще. 2-3-4 тоже, конечно, можно как-то получить. Но это больше космос. Вот. Теперь при заходе восьмерки пина я темпай. Но вот, как я и говорил, я скорее всего здесь не кину речи, если приучу восьмерку пин. Пин Фодора меня не особо устраивает. Я кинул бы такой речи скорее против чужого речи. Потому что против чужого речи мне еще могут накинуть в пацу, там все такое. Правда, я сам могу накинуть в пацу. Теряются. Все теряется. 4-5-6 саншечку не нужно. Не нужно.
Шантен получше. Нет, не надо. Такая кость выходил 2 года назад, но я все равно скину. Сейчас я уже согласен открываться на двойке, на пятерке, на восьмерке пин. Меня это же не колбасит, не волнует, потому что мне нужно сохранить темпай. Осталось полтора хода, можно грубо говоря сказать. Скину я четверку ман, как тот самый Тау, который проходил недавно, потому что ёлки-мобай. Пятерка со, двойка со, двойка со, двойка пройти напротив. Что-то я пропустил свою мысль, что-то я уговорил. Но темпа я таки не получил. Не пошло. Три пары. Что с вами делать, друзья? Скинем так. Так, блин. Так, я выхожу на сброс единиц ману, ближе к Таньяо, но тут такое все дерьмо, что проще собрать опять-таки читой. Заходит Дора. Надо скинуть один из этих тайлов. Я считаю так. Скину зеленого. Хоть он выходил. Что-то я не уверен, что кому-то в руке нужен голый юг или запад. Поэтому если у них есть, то это скорее пара. Или игрок справа, который собирает соул. Грустно, грустно. Я слил уже анчанчик. Так, заходит в пару, такие, скину 8 соу. Я такими движениями, конечно, ускоряю игрока справа, понимаю это. Так, хотя бы чуть подрезаю Дору. Типа, я на нее не ждать не буду, а на самом деле я за-за. 4 или 5, скину 5. Вторая Дора вылетает. Я все еще оптимист, я ее сохраню. Теперь было бы хорошо получить темпай какой-нибудь югом или девяткой соу. Ну хуй там. Make your mind. Еще по идее можно было кинуть сейчас Дору. Ой, игрок справа уже вышел в темпай, наверное. Кинул опасный тайл. Кинул. Не хочу кидать Акадору, хоть я на нее фуритен буду. О, все потеряно. Двой команд. Да игрок справа просто оптимист. Игрок справа явно оптимист. Он готов душу продать ради своего блядского хуницу. Так, эти выходили. Ага. Восток, ну, такой опасненький, не шампань, но опасненький. Один вышел, два осталось. 2-5 соу. Ричицума пинзу. Так, здесь, по-моему, что-то уже получше зашло. С этим можно бороться, с этим можно воевать. Осталось только БКБ собрать. Так. Коннектор Дори сбросил. Не знаю. Может, за что-то плохой игрой.
будем. О, хороший тайл. Так. Тройку. Не нужно. Так, сейчас можно получить шестерку или восьмерку пин. Сыграть хитро. Очень хитро. Блин, на самом деле рука какая-то не очень становится, потому что 3-6-9 сол уже как-то троечки вышли. Поэтому нужно как-то еще изменять эту руку. Я думаю, сыграю вот так. Мне нужно попробовать чуть подороже собрать. Здесь хорошие формы. Этот край мне не кажется перспективным. Так. Отлично. Я темпаю в танке. Могу ждать. И у меня из вариантов тройка ман. То есть, если я получу, то, если получу тройку ман, это будет сумма. Прекрасно. Это не трой команда, запад. Запад, который один выходил. И по идее это неплохой вейт. Ноу. Ноу. Не пошло. О, три чуна. И Дора. Ого. С этим можно воевать. Пойду так скидывать. А, мне можно идти в восток, это будет хорошим тайлом. Что-то я поспешил с сбросом восьмерки пин. Надо было начинать с 1-2 ман сразу же. Надеюсь, это мне не аукнется. А, так. Если сыграть вот так. И открываться на этих тайлах. Нет, нет, нет. Так. Ну, по идее, еще можно идти темпай даже в такой форме. Странный дискард, ни одного соу. Это может быть очень лакерский минхон. У меня лично. А нет, не может. Так, восток, он одинокий. А, нет, показалось. Востоком. А-а-а. Так, я готов открываться. Петух. Я уже готов открываться на вот этих тайлах. У меня хорошая стоимость. Нет, на этом не буду. Так. Восьмеркой или девяткой? Восьмеркой. Она, правда, опаснее, чем девятка. Но если я скину Рича, то, по идее, девятка будет выглядеть более безопасной для противников. Плохой тайл. Отлично. Отлично. Да бутон Тридора и Кухай, блядь, Ханиман же. Ханиман, тащи, тащи. Нет. Блин, не хочу потерять Ханиман. Нет. Не хочу терять Ханиман, накинь мне. Накинь. 18 тысяч. 18 800. Нет. Нет. Давай. А, у него же семерка, тройка скинута. Тут единица проходила, возможно. Точнее. Ой-ой-ой-ой. Семерка пин скинута, и никто семерка пин не фолдил. Вариант ждать на восьмерку крайне хорош. Я рискую. Ну, естественно, как не рисковать с 18 тысяч на темпай. Так, я сейчас тащу тайл. По-моему, да.
Вот он, насколько он будет опасен. Опасен. Нет, не последний тайл. Так, слева темпай на 4-7 ман. Ох, как я уворачиваюсь от пуль. А, пятерки 3-4, да. Ну что ж, не получилось. Может, в следующий раз получится. Вот здесь есть рука. Вот только бы собрать бы ее как-нибудь. Порезче, что ли. Хочется сохранить и все доры, и собрать побыстрее. Все, все это хочется. Но для этого нужно собрать больше, чем сюда, желательно. Если зайдет какой-нибудь центральный тайл хорошенький, я уже буду начинать сбрасывать это. Че он не центральный тайл? Ой-ой-ой. Слева хорошая новость, он собирает Хоницу. У меня это обычные руки, поэтому у меня еще есть возможности. Если он, правда, не держит там пару востоков и пару белых, то возможности, правда, еще остались. Да. Попробуем все. Быстрее, быстрее. Нет, нам не нужно. Хотя, блядь, этого пон... Нет, не нужно. Угу. Теперь это можно расценивать как закрытый пон. Эти пон семерок. Там памятится четверочка еще. Хороший тайл. И вот вопрос, что кидать? Тройку ман кино. У меня уже есть и пара, и пон, хотя можно было кинуть двойку соу. Тут есть небольшой потенциал на чиницу. Очень небольшой. Не буду открываться. Ага. Это хороший шантен. А это не очень тайл. Опасненький тайл. Вообще в стороны опасный. Скину-ка я 6 пин. Месть под ее скинуть. Тут вышел 3 четверки. Кинул ее. Вот, блин, она прошла. Так, что мне с ней делать, а? Теперь она еще опаснее стала. Хотя, возможно, не очень. Ну нет же. Черт побери, я все потерял. Такая дорогая рука, я потерял. Все потерял. Чинцу потерял. Пинфу потерял. Руку потерял. Как на войне. И он же берет сумму на моем дерешьте. Давай кухая хуницу. А на этом белом не открылся. Ну ладно. Или не было. Что ж, все печально. Хочется уже плакать. У меня рядом платочек лежит. Я могу сделать себе приятнее. Поплакать. Все, это точно чинится, это не что иное. Хотя это может быть ходит две доры. Тоже говорят, конечно же, может быть. Не хочу собирать нормальную руку, как бы мне там в нее не заходило. Это будет только масть. Только масть, только хардкор, только вперед, только к победе. Заходит. Хороший знак. Может быть, это будет минхоном. Меня бы только радовал. Вау, 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 полегче. Скину-ка я восток. То ему собирает тоже какую-то ересь. Но я им помешаю немного. Нет! Огорчение. Боль, унижение, огорчение.
Девиз сегодняшнего дня автородания. Ну, я хотя бы второе место, если отыграть как-нибудь. Два четвертых это как-то не солидно. Неужели я сегодня буду проигрывать? Надо постараться. Хороший тайл и шантен на Пинфодора. Ну, мне не нравится Пинфодора, мне нужна стоимость. Нет, ни двойка не даст мне стоимость, которую я хочу. Здесь может быть Санчо 5, 6, 7 когда-нибудь будет вырастать. По крайней мере, если меня зайдет какая-нибудь там, скажем, семерка Соу, я не буду бить Ричи. Здесь можно еще Ицу собрать, и Санчо можно. Смотря куда зайдет. Но пока заходит в никуда. Хороший тайл на самом деле. Пойду-ка я лучше в рискованную группу играю. Из шантена вариант шантен. Ну так, по крайней мере, у меня больше тайлов, которые меня улучшают. Можно было открыться, но что-то мне кажется, это было бы знаком плохой игры. Не хочу так делать. Так, ну семерка должна пройти, у него четверка в дискарде. Ну вот скажем про это все. Меня оптимизм не охватывает. Особенно про восьмерку соу и про пятерку соу. А также про мой возможный вейт на четверку соу, если семерку соу зайдет. Так, это хороший тайм, но пора рисковать, да, это попав на все, у него 4-9 в дискарде. Приходится рисковать. В этой игре без риска вообще никуда не пойдешь. Темпайды все еще не заходят, это плохой знак вообще. У меня тут темпайды очень много тайлов. 3, 4, 5, 6, 7 соу. 3, 4, 5, 6, 7 пин. И все это находится. Достаточно далеко. Скину я этот тайл, он мне, по-моему, очень немного прибавляет вейтов. Учитывая, что единицы сол пока не скинуты, точнее скинута всего одна, меня может сюда зайти. Хотя, возможно, зря я так сделал. Посмотрим, что скажет будущее. О нет, будущее сказал, что я обосрался подливой. Ладно, у меня еще есть одно взятие, мне могут сейчас скинуть. Не скидывает, и в темпай тоже не ухожу. Боже, тут столько тайлов мне дают темпай. Как же мне не везет, ёкнул бабай. Как будто все мои тайлы остались в мертвой тени, вообще все. Это какой-то кабум вообще. Так, хорошая рука, вот сейчас хорошая рука, надо ее собрать. Наконец-таки надо собрать руку. Забудь обо всех тонкостях, только скорость. А которая есть, главное еще ее не потерять, конечно же. Не хочу терять Экадору. Уже я ее не потеряю, скорее всего. 5200 сойдет, пусть будет так. Лучше 5200, чем 0. Хотя тут еще 1300 на столе. Нет, я не буду это. О, боже мой. Не хочу читоя, а он все время заходит. Это чувство, вы должны понимать меня.
Он заходит, даже когда я не рад его видеть. Он постоянный гость моей программы. Нет, не хочу Таниадора. Хочу элитную закрытую руку. Не таким наречь, даже с таким вейтом. Мне уже все равно. Блин, почему этот игрок слева не сидит? Бля, ебать, черт побери, как же мне не заходит, а? Все. А, у меня, блин, пукан взрывается. Пипец, и это еще опасно. Семерка. Дабунант прокинут. Все потеряно. Все потеряно. Это тройка. Откуда ты вылез вообще? О нет. Ну, чтобы игрок слева собрал руку как-нибудь там стоимость игрока справа. Что ты кинул? Что ты кидаешь? О нет. Какой-то рак напротив сидит и еще какие-то как-то может третье место здесь занимать. Ну, место прямо подо мной. Так, если взять сумму манган, это будет второе место. Все, сумму манган. План на сегодня. Отлично. Отлично. Ой. Все, потеря. Оптимизм утрачен. Все потеряно, все утрачено. Хотя все еще можно выправить. Не, это я не буду брать. Редко сутошка пессимистичная. Она здесь не нужна. Как будто бы я буду сейчас мне семерка со, я скину Кадоры, буду там у Шантени. Не-не-не-не-не. Хороший дискард. Олицетворяет богиню удачи. Вот. Петух начал, с петуха начал, петухом закончил. Все, должен хорошо заходить сейчас. Так. А, пойду-ка я по дерьмовому пути. Мне может идти двойка соу, еще парочка оста, потом турека соу, и там будет Бадхилард. Нет, все, потеря. Вообще никак не заходит. Ну, блин, восьмерку надо скинуть, конечно, уже. Пока гром не грянет, русский не перекрестится. Я ненавижу эту игру, она мне просто покидает какую-то херету. Мне же сейчас приходится этим защищать. Нет, девятка, скину девятку. Она же типа там по октаве, да. Что по девяточка-то? Так. Ричит сумма. Ура. Ну, там не три девятки. Мог на нее ждать. Не, все. Это достойно закрытия клиента. Что с дерьмом мне заходит? Богиня удачи покинула меня. Удача на самом деле шлюха. Не верьте, что. Не думайте, что она добрая. Сегодня она вам улыбается, завтра она сбегает от вас.
потому что у вас кончились наличные. К черту все это, соберу дубунан. Соберу дубунан и буду счастлив. Звучит хорошо. Ух ты. Теперь это дубунан и готов канить. Темпай. Ой, это будет маленький челлендж. Я не буду ровнять с правого игрока и с левого игрока. Это будет мой личный челлендж. А вот с Тоймана и Пацума я буду. По крайней мере, до Кана. После Кана я буду с любого равниться. Хочу догнать этого пидора напротив. Он слишком плохо играет, его надо наказать. Прям по руке прям чанта такая вообще суперская. Вот, кан. И теперь у меня куча дор. Ну да, немного не хватает до кучи. Ну, по крайней мере, теперь это 16, 4, 20 мини-поинтов. Использовать под сумму это будет 2,50, 3,200. Под сумму я, по-моему, гоню его, то ему на своего. Ой-ой-ой-ой, все, это теперь авторон. Тут палка появилась, я теперь бегу за ней. Третья семерка, да? Ну, давай. Еще одно чи может объявить. Единицу скинул, мог 1-2-3 кинуть. Двойка пина, это уже вообще ужасная тайл. Единицы пинал кинул давно достаточно. Легко можно дать на эту двойку. Я даже не знаю, как уворачиваться. Здесь все опасно. Поэтому просто сохраняю темпай. Это хорошо. Сточков не хватает, но еще есть пара раздач. Скинул восьмерку. 6-7-8 саночку можно было собрать, но что-то слишком оптимистично, что это все будет срабатывать каждый раз. Томан заиграл, собирает руку. Это плохой знак. Меч сверху этого не заходит. Теперь я буду думать скорее о том, как мне собрать побыстрее Таньяо, чтобы все это закончить. Сыграть новую раздачу. Я буду открываться, но не так, конечно. Ламповый север скинул. Теон прокидал центральный тайл, он хочет хоницу. Он хочет догнать своего противника справа. Странно, на восьмерке ман даже не было задержки. Походу дело там. Вот именно. Либо уже на поставленную, что пропускал объявление. Либо что-то в нижних манах. Слева беру Цума, Дорой. Плохо. Я падаю еще ниже, у нас Оросу. Потенциал есть, брать нет, не буду. То это номер меня интересует. По крайней мере, на первой двойке. Хороший знак. Игрок справа может быть сделать нам ринчан. А может быть не сделает. Семерку я не буду вставлять. Здесь 4 пары, здесь есть потенциал на какие-нибудь там закрытые поны. Посмотрим, срастется ли он. Ламповый север не пригодится. Меня сейчас что только читой или той,
поадекватнее со стоимостью. Хотя бы величина. Игрок справа собирает, по ходу дела, что-то такое простенькое. В масть какую-нибудь. Следующий брошенный тайл покажет масть. Это уже последняя девятка. Пропускать ее я не хочу, не могу и не буду. Чун проходит. Последняя двойка. Нельзя отказываться ни в коем случае. По крайней мере, даст мне третье место, если соберу эту руку. А рун справа игрока даст мне вообще второе место. Дора, дай мне Дора, хотя бы одну. Ну, одну нельзя, это и то, и да, ну, хоть что-нибудь. Эх, мне бы тоже кан бы объявить на четверочках ман. Я бы не отказался. Нет, уже все к черту, эти каны. Тут нужно думать о том, как бы собрать руку, и все. Опасный тайл, но я последнее место, Воросу. Будет плохо, если я накину, но ничего не сделать. Что угодно, авторон. Да, это авторон давно уже. Я не могу отменять здесь руны. Иначе я сейчас проиграю вообще все. Четыре пина, опаснейший тайл напротив. Я просто не знаю, насколько он опасен. И направо опасно, в 2 и кухая. О боже, это настолько опасно. Надо кидать все равно. Че, побери, 2 и кухая минимум. Еще и хонец. 12 тысяч. Ну, я не мог оставить этот тайл просто так. У меня там темпай была, во-первых. Во-вторых, мне надо было собирать руку, иначе я так бы остался бы четвертым. Все, теперь все ужасно. Тут я занимаю еще одно четвертое место. Но тут, по крайней мере, более ясная картина. Я тупо ничего нормального не собрал. Не получилось, не пошло. Конечно, расстроен. Мне теперь надо собрать Ханиман. Ханиман без Хоницы вряд ли выйдет здесь. Скорее всего, процентов 90 это уже слив. Я даже не хочу пытаться собирать читой здесь дурой. И надеюсь, что у меня там игрок против накинет его пацу. Это все иллюзия. Но я не надеюсь, что мой игрок напротив там уже такую дырку, скажем, на пятерку ман. Это хороший был бы вариант. Не собираюсь защищаться ни в коем случае. Надо собирать какую-нибудь похожую на хуйницу руку. Это все довольно-таки тяжело. Учитывая, что накинул Ричи. Нет, кажется, минхон что я могу собрать. Так. 2, 3, 4. Не, надо открываться. Я не имею права сидеть просто так здесь. Разница 12 400, считайте 11 100. Заходит. Той хоницу и кухай. Ну, даже. Ну, нет, не важно уже. Там берет сум. О, сум минхон. О, я понял всю фишку. А он хороший игрок. Объясню почему. Он кидает Ричи, а я ему выпацу. Представляете, какова боль у противника? Я кидаю ему выпацу в минхон и кухай. Ричи, пацу, минхон и кухай — это ханиман. А он сильный игрок, он не берет и пацу ханиман с меня. Он прощает меня. Хотя ему зашло так. Блять, ну как же ему зашел хорошо, я даже не знаю, как сказать. И смотря на то, что он берет у меня урон, рискуя определенно, потому что теперь только Цума дает ему. Он берет Цума и обгоняет игрока справа. Это очень хороший знак игры, да, это вообще великолепно сыграно. Но тут у него такой заход, небось, там, что просто космос. У него с первого хода было. Ну, это космический заход, вы сами понимаете.
Ну что ж, чтобы в этом окончании. Я собрал 2600 и накинул 12 тысяч. Накинул 12 тысяч, я не просто так, у меня была ситуация. Я ничего не собрал, и не точнее, собрал 2600, но этого оказалось крайне недостаточно. Я был на четвертом месте в Оросу. Не накину здесь, я не знаю, что, как повезет. Я просто был обязан собирать здесь руку. Я знал, что Черкопин опаснейший тайл вообще, который возможен. Он шел и напротив, и направо. Направо вообще легко шел, потому что там уже скинут такие тайлы. Это вообще 50-50, там я накину или нет. Но сыграть по-другому я просто не имел возможности. Потому что если я не соберу свою руку, ее соберет, возможно, Тойман. И я проиграю. Я говорю, справа соберет свою руку тоже не так часто. Надо было рисковать. Так что здесь я считаю чертое место. Просто как удача повернулась. Потому что она не в мою сторону. И вот так произошло. Я ничего не получил собрать, как видите. Все это немного печальненько. Ну ладно, в принципе, такие дела. Это был мой третий ввод. Я сыграл два четвертых места. Вы видели мою игру, вы можете задавать вопросы, можем обсуждать все это. Мне слегка не свезло, но это маджонг, здесь правят вероятности. Важно правильно их расценивать, смотреть, как, что можно с этим делать, принимать решения. Спасибо вам за просмотр. Возможно, еще запишу пару видео скоро. Ну и все. До скорых встреч, друзья.